Максим, для тебя пока что день складывается неплохо. Как оценишь свое выступление в пуле? И вот сейчас первый бой был в квалификации. Ну, хотелось бы лучше. Так чуть неправильно построил бой и проиграл пару боев. Сейчас чуть упустил сразу вторую половину, и потом пошло вроде бы ненормально. Чем еще планируешь прибавить во время боев? Фехтование, естественно, в мышлении, сразу реакции, чтобы можно было его увидеть, вовремя переключиться, сделать действие правильно. На какой сегодня результат рассчитываешь? Что тебе будет успехом или что для тебя будет неприемлемым? На максимальный результат планирую. Сколько смогу, столько покажу. Как для тебя складывается сезон? Не совсем удачно. Хотелось бы намного лучше. Так, среднее. Спасибо большое. Удачи тебе. Отдыхай перед боями.